Еще 185 домов приобретут новый вид. В Первоуральске принят краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 3 года. Строительно-монтажные работы на объектах начнутся в следующем году. На это потребуется более 500 миллионов рублей. Напомним, программа капремонтов реализуется в Первоуральске с 2014 года. В этом году в нее вошли 39 многоквартирных домов. Основные виды работ в них уже завершены. По 4 адресам на улицах Чкалова и Физкультурников ведутся дополнительные ремонты. 43, 37, 41 уже работать проводятся. Кроме того, мы разыграли дополнительный дом, который попал в капитальный ремонт Физкультурника 7, на котором сейчас ведутся тоже работы по замене кровли, то есть выполнен на сегодняшний день ремонт фасада, система отопления отремонтирована, капитально отремонтирована. Сейчас ведутся работы, которые не связаны с мокрыми работами, так называемыми фасадными, то есть которые, где требуется вмешательство каких-то бетонных работ. То есть на сегодняшний день ведется фактическая работа по, так скажем, не требующей положительных температур наружного воздуха.